Приветствую вас, мои дорогие подписчики, на канале Insanus Balletus, и для вас очередной анекдот. Сидит Василий Иванович, планирует нападение на белых на утро. Там картошку расставляет, а Петька лежит, ему скучно, и он достает Василия Ивановича там, вопросами всякими. И он такой: Василий Иванович, а правда, что есть такая страна Хибипед? Василий Иванович там в своих мыслях. Вот, да, есть такая страна, только не Ебипет, а Египет. Ну, Петька дальше лежит, ему скучно, нудно ему. Такой: Василий Иванович, а правда, что там в реках водятся такие звери, крокодилы? Василий Иванович там в своих мыслях, там все, ту картошку туда переставляет. Там. Такой: да, есть, только не крокодилы, а крокодилы. Ну, дальше продолжает. А Петька лежит такой: а правда, что там есть такие деревья, баобабы называются? Василий Иванович такой в своих мыслях: да, правда, только не баобабы, а бабоебы. Фу ты, ебебабы. Да будешь ты спать или нет?